У нас дяденька чистил снег, я ему говорю, здравствуйте. Он такой, еще, блядь, с таким лицом. Вот магазин. Короче, он чистил снег по злому. Вон дяденька чистит снег. Вы добрый же, да? Вы ж добрый? Короче, они не хотят общаться. Но это привычно. Знаете, куда мы идем? Мы идем на Красную площадь. Да, Тань? Угу. Таня исцеляется водой. Лишь бы там не было, блядь, места Кремля Шелюкова. Не, ну погода супер, идет снежок. Я, правда, выгляжу как натуральный турист. Я надела Танины кроссовки, а они немного больше моего размера. Я иду как паралич, как будто меня... Не, паралич, алкогольный. Поэтому с Танькиными кроссами это вообще сложно. Но мы дойдем. Ленин дошел, и мы дойдем. Короче, выяснилось так, что на шапке написано «Алкаш». Здесь все мои любимые. Направо? Сколько много народ, как я люблю. Обожульки. Да, Танюш? Очень дебильно, блядь. Вот, знаешь, когда много народу, все что-то куда-то глазеть смотрят. Чё не видели? Гуси, га-га-га, есть хотите, да. Мам, помнишь, ты здесь была недавно совсем? Ну так по тебе скучаю. Очень-очень. Вон, ребята, на фоне коник фотографируются. Ой, какой у меня сейчас был звук. Как будто я прыгать хочу. Мама, ты меня просила, но некрасиво все выглядит, когда все дело снимаешь. Особенно вот это вот. Это вообще ужас. Ужас. Короче, здесь всех приспичило послать. Смотрите, как красиво. Это все равно не видно, что красиво. В Москве вообще красиво зимой. Что мне нравится, это вот, что блестит все. Народу здесь, конечно, вообще нет. Да. Ну, фототься здесь даже нет смысла. И ради вот этой вот хуйни, которую хотела посмотреть Танька, мы пиздюрили со стольким количеством народа. Да. Да. Ну, такое. Зашли в братья Караваева, здесь такой новомодный туалет, клозет. Прям, знаете, можно делать селфи сколько захочется. А если не хочется, все равно нужно сделать селфи в таком-то туалете. У меня в Кемерово есть друг, мы с ним обсуждали кафе братья Караваева, что мы обожаем. Вот Никитка. Special for you. В 2019 году очень частый вопрос, вместе ли мы с Никитой Шелюковым. Нет, я его люблю, он меня не любит. Поэтому безответная любовь, она есть, она существует. Тань, хватит, блядь, ржать из-за программы на СТС. Тань, пожалуйста. Раньше общалась с соседом, и он мне приносил иногда по утрам пивка. Сейчас перестал с ним общаться, надо возобновить срочно отношения. А то что-то холодно на улице. Угу.